Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, давайте мы продолжим прокачивать наших покемонов. В данный момент у нас в инвентаре... В нашей команде покемонов, да, есть 4 покемона, которых можно, в принципе, сейчас прокачать. Сейчас, секундочку, идти поскладывать в сундуки или пускай пока что будет, мне так кажется. Да. Так, ребята, я думаю, уже можно будет купить за 150 алмазов одного шайни покемона. Ну, в принципе, как я и говорил, да. Можно будет купить, но не сейчас, чуть позже, мне так кажется. Так, сначала давайте прокачаем вот этих покемонов. Так. Есть у нас еще 30 раркенди, поэтому... Ну, Квилави осталось 3 уровня, это как бы не очень так много, мне кажется. Сейчас. Ух, точно. Я забыл, но сейчас давайте уже прокачаем хотя бы Квилаву. Хотя нет, идем мы, короче, домой, ребята. Так. Вот что, ребята, я забыл. Действительно, спасибо, кто пишет, кто помогает разобраться во всем. Так как действительно, вот сейчас, например, я буду покупать алтарь, пускай он будет там какой. Купим мы себе там Молтреса, да? Или нет? Давайте сначала купим. Да фиг его знает, пускай будет Молтрес, да. Купим мы себе Молтреса, ребята, и вот что я вспомнил. Я действительно не знаю, как делать вот эти орбы, чтобы они были, но так как мне кто-то написал, что там, да, как и нужно, я толком еще не совсем понял, но писали, что... Ну вот сначала давайте соединим вот этот орб... Соединим вот этот орб с Файрстоном, да, и получается Orb of Fiery Souls. И спасибо, ребята, кто написал, что нужно как бы убивать покемонов, чтобы этот орб заполнялся, да, нужно как бы, не знаю, сколько, 150 покемонов убить, чтобы там орб начал, чтобы орб заполнился, и можно было вызвать, ну, легендарного покемона, да. Но точно еще не понял, можно убивать всех покемонов подряд, или только, если, например, для огненного легендарного, то есть для вот этого, для Молтреса, да, то его для этого огненного орба можно убивать всех покемонов или только огненных покемонов. Вот это, ребята, я не знаю. Кто знает, кто точно знает, что действительно оно так, напишите, пожалуйста. Потому что 200 покемонов это как бы не очень, да? Вот на острове мы там убиваем, вот сейчас, например, тоже реальную кучу. Ну, как бы реально очень много покемонов. А вот если 200 огненных покемонов, это капут просто-напросто. Да сколько их искать, чтобы найти 200 огненных покемонов и их убить? Это у нас получается вульпиксы, это у нас получается вот синдаквилы, да, и торчики, и чимчары, кто там еще может быть огненный? Граулиты. Ну еще есть, но я просто забыл, честно, я не помню, кто еще может быть с огненных. Фиг его знает, честно. Ну, главное, давайте, наверное, пойдем куда-то в равнину. Я так думаю, тут может быть и огненные. Вот дерево вот такое. Ну, потом возьмем. Сейчас реально может найти какого-то одного огненного. Но, в принципе, тут не показывает, сколько вот сейчас там душ или чего там, вот этом огненном шаре, или силы, или еще что-то такое. Ну, а если сейчас найдем хотя бы одного огненного покемона, если покажет, то значит...
Только огненных. О, как раз Вульпикс. Нет. Фиг его знает. Ладно, потом как-то разберемся, ребята. Что там и как. Сейчас я буду, наверное, убивать всех покемонов. А если потом окажется, что только огненных, да, то будем убивать огненных. Давайте пойдем поспим. И сейчас. И, ребята, давайте все-таки купим как раз сейчас алтарь. Купим, ребята, действительно купим алтарь. Сколько там нужно? Давайте сейчас посчитаем. Сейчас. Чтобы было вот так сразу. Сейчас, что-то я запутался немного. Так. Да ты ж... Так, тут у нас 150, да? Тут у нас 25. Так. Еще 50. Ух, нифига себе, сколько. Так. 50, 100, 150, 200, 250 алмазов, один ор. Один алтарь. Это реально, мне кажется, очень много. 250. Хотя не, пускай будет 250. Так, 250 алмазов, один алтарь. Вот тут включаем гейммод. 250 алмазов отдаем как бы в магазин. Вот так. И берем один алтарь. Где он? Вот. Fiery Static Frozen. Берем Fiery. Да. Все, взяли мы алтарь, ребята. Это что такое выпало? Там. Так. И, ребята, идем. Так. Отлично, ребята. Давайте поставим пока что, я не знаю, можно ли потом его будет, если что, убрать или... Давайте сначала его поставим вот тут так, на всякий случай, потом его переместим. Я пока что не знаю, куда его. Вот, пишет, что орб неполный, как бы, да? То есть, или 10, ну, 200 покемонов, я честное слово, я не знаю, каких именно. А, поэтому, ребята, будем мы ловить, наверное, убивать всех подряд. И ловить тоже, ребята, так как, в принципе, нужно ловить уже покемонов, да, действительно, что-то мы как-то не ловим покемонов, а прокачиваем. Действительно, нужно ловить, ребята. Нужно словить всех покемонов, в принципе, да? Так, ну давайте вот на этого. Если 200 покемонов, это до хрена 200 покемонов. А если еще тем более огненных? Ну как бы 200 обычных покемонов, не совсем как бы до хрена. Вот один, да. Вот там. Второй сразу же. Ну давай ты. Так, второй. Ух, твою ж. Да не туда, не туда. Вот. Так, вот. Третий. Перед этим мы уже где-то убили. Вот четвертый. Но если вот так-то, мы можем просто даже 15-х уровней просто-напросто так брать и убивать всех подряд. Вот. Всех-всех-всех, кто тут есть, просто-напросто вот так убивать. Если действительно 200 обычных покемонов, то это просто фигня, можно так сказать. Если 200 покемонов убивать, вот. Сколько мы уже убили? Просто уже кучу огромную.
Давайте в руках будем его держать, может там что-то... Фиг его знает, я, если честно, вообще в этом не разбираюсь. В этих орбах. Всех будем, всех подряд убивать. Чё такого, да? Нужно сюда будет занести одну хилку, чтобы каждый раз домой не бегать, а тут лечить. Я думаю, так будет намного лучше. То, что я, ребят, действительно не знаю, 200 ли, не 200, а... Кто мне точно может сказать, ребята? Если вот я, если 200, то, в принципе, я вот сейчас правильно делаю и напросто всех убиваю. Ну, если 200, я обычно, ну, как бы, любых покемонов. Если так, то это не очень так и много. И тогда мы можем сразу просто брать орбы и прокачивать их как бы наперед, да? Вот сейчас у нас еще нету алтаря, но как бы есть уже прокачанный орб. Не, ну если так считать, ребята, смотрите, сколько мы уже наубивали. Уже так покемона 30-40 уже 100%. Если так считать, то к концу серии, хотя к концу серии нет, но не знаю. И реально, ребята, нужно ловить тех покемонов, которых у нас нету еще. Так как действительно нужно ловить их, да. Так, и нужно пойти Мьюту вылечить. Не, ну в принципе с Мьюту, конечно, 200 покемонов это убить 200 покемонов это не очень так. Сложно. Мьюту с одного удара всех просто убивает. Сквертл. Ну ты у нас есть. Ну, приблизительно мы уже где-то 50 покемонов убили. Это приблизительно. Плохо то, что на орбе ничего не пишет, как бы сколько есть, сколько осталось, и не пишет, заполняется ли орб. Вот что я хочу посмотреть. Сейчас, секунду, ребята, гейм мод. Что я хочу посмотреть? Давайте впишем сюда орб. Нет, это Custom NPS. Но тут есть какая-то надпись. А у меня нету. Нет, у меня тоже есть. Ну это вот эти спикси. Ну как бы вот это вот эти, да, это уже со второго мода. Поэтому это сюда не относится. Вот эти, что. Как бы вот эти, да. Там больше никаких нету. Ребята, не в курсе. Ну просто не в курсе. Ух, не того я. Так. Ты в бою. Вот ты не в бою. Да ты чё ж... Так. Квилава, 35 уровень. Давай еще один уровень, и отлично. И берем какого-то другого. Шайни, да. С Шайни, кого мы там? Пиджия мы словили, да. Шайни, Пиджи. Ух, не с одного удара. Ну, отлично, ребята. Квилава уже эволюционирует. Давай. Вот он. Тайфлоужен. Да, вот он. Так, ладно, сначала... Так, ну давайте еще, может, несколько убьем.
Так. Вот так вот. Фиги узнает. Нужно реально просто понаходить вот тех покемонов, как бы огненных. И посмотреть, будет ли как-то орб заполняться. Но, в принципе, мы уже одного вульпикса убили, да? И по идее... Хотя нет, нифига не пишет, но... Я не знаю, ребят, честно, не буду говорить, потому что не знаю. Кто точно знает, а не догадывается, кто реально, ребята... Ну, некоторые реально, ребята, а просто... Кто уверен, да, что действительно вот так оно делается, то тогда напишите. А кто не уверен, тогда, не знаю, пишите, но... Ладно. Так, ты в бою, ты в бою, ты там не в бою, нет. И вот Шелдера можно словить. Нужно, короче, ребята, всех покемонов подряд ловить. Я так думаю. Так, а покемонов у нас только... Хотя, ну как только? Покемонов у нас два... Как это? Две коробки в компьютере, если вот так говорить, да? Две, и там еще третья уже пошла. Ну, это как бы немало, да? Но там еще, если вот так считать, вот эти все... как они там называются? Как они называются? Шайни покемоны, да, там еще куча шайни. Ну, как бы не куча, но так, нормально. Так, ты тоже в бою. Ладно, идем и домой, ребята. Поспим. Да где дом вот этот, твою же... Вот, карта уже такая огромная, что... Так, где... А, вот. Алтарь стоит. Так. Отлично. Нет, никак. Пойдем в лес, может вдруг тут какие-то огненные покемоны будут. Ух ты, два вот этих сразу же, два покемона босса сразу же. Где вот этот? Вот он. Такое мелкое, что... И как мне сейчас его словить? Ну как бы не словить, а... А, вот этот... Вот, наконец-то. Еще один был вот тут, но он уже, наверное, пропал. Да. А... О, заполняется ли мне кажется? Или мне кажется, ребята? Или у меня реально глюки, или у меня какой-то... Фиг его знает, или я дальтоник, но мне кажется, что там небольшая такая красная рисочка снизу появилась. Или мне действительно кажется. Я не знаю, ребята. Сейчас присмотрюсь. Я не знаю, ребята. Вы, наверное, не увидите, но я могу рассмотреть немного, и мне действительно кажется, что там появилась какая-то небольшая такая красная рисочка снизу. Орба. Я не знаю. Я толком-то не могу рассмотреть, просто догадываюсь. Ну, не догадываюсь, я вижу и представляю, что это она. А вы, я не знаю, видите ли. Ну, фиг знает, ребята, может просто
желание какое-то, чтобы орб заполнился, и мне уже мерещится. Фиг его знает, но, честное слово, мне просто кажется, что... Может, давайте еще поубиваем покемонов, и может, она больше заполнится. Вот сейчас как раз бы можно было найти какого-то огненного покемона, чтобы убедиться, что она не заполняется от огненных покемонов, а что она заполняется от любых. Дайте мне какого-то огненного. Давайте сюда, например. Что-то я вообще никого не вижу. А, в горы, мне кажется, в горах больше огненных, чем тут, может быть. Чимчар, ну, в принципе, торчик, фиг его знает. Ну, что-то я вообще нифига, никого не вижу. Во-во-во-во, полегче, вот. На горах я что-то вообще никого не вижу. Твою ж. Фиг его знает, ребята. Я не уверен просто, что это действительно ресочка там красная. Может, мне реально просто кажется, но... Как-то убедиться-то то нужно, да? Дайте мне какого-то огненного. Или пойдем на остров и поубиваем вот тут покемонов. Если оно не будет заполняться от обычных покемонов, ну как бы от любых, то значит оно только от огненных заполняется. Мне реально кажется, что там что-то да есть. Хрен его знает. Но пока что оно реально не заполняется. И... Посмотрим, ребята. Я не в курсе, честно. Ух, куча вас тут. Мне кажется, или она реально заполняется от обычных покемонов, так как... Или меня плющит просто нереально, или она еще толще стала, вот эта ресточка. Так как что-то там красное да есть. Если от обычных покемонов, это просто нереально, ребята. Да пофиг сейчас, давай, покемоны, давай еще на одну ресточку поднимись. Если она, конечно, поднимается. Или сейчас у меня не знаю сколько часов ночи, ну и я действительно, у меня просто уже наркомания такая идет. Итак, ребята, Майн опять крашнулся, поэтому я думаю, давайте на этом заканчивать, действительно. Продолжим мы прокачивать вот этот орб. И, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.